Крик муравьев. Духовный роуд-муви. Фильм «Крик муравьев» иранского режиссера Махсена Махмальбаха – это роуд-муви поиска духовного пути. Абсолютно все инструменты режиссера направлены на передачу зрителей своего личного опыта, полученного в жизни. По этой причине не стоит ожидать от фильма ни хитрого сюжета, ни диковинной актерской игры, ни музыки и других атрибутов кинематографа. Если вы заблудились в матрице своей жизни и ищете что-то, но не можете понять, что именно, вероятно, «Крик муравьев» снят для вас. Если рассматривать «Крик муравьев» как традиционное кино, то это, конечно, эпик фейл. Однако режиссер, как я уже говорил, не ставил перед собой задачу удивить зрителя. Хотя некоторые сцены, в том числе и эротические, выше всяких похвал.